Что ж, все предорогие подписчики, сразу хотел бы извиниться за отсутствие видосов. Наверняка, если кто-то хотя бы это смотрит, то уж извиняюсь, если не смотрит, ну уж тогда какая вам разница. Но так или иначе, хотелось бы сделать видосы, я понял, по какой игре. На самом деле, я мог бы сделать это еще в том году, но так уж получилось, что вот, ну, не получилось. И в итоге, я снимаю это только сейчас. В общем, в CS 1.6 вышло обновление, да. Нихуя себе, у них вышла Counter-Strike 2, которая лаганная, в которой нет никаких режимов, кроме матчмейкинга и напарников, где нет Danger Zone, где в напарниках нет большей части карт, где в матчмейкинг так и до сих пор не добавили Train, Cash и прочие карты. Да, у людей случаются вылеты, плохой FPS, ничего не робит, все так же не регает, какие-то постоянные проблемы. Но люди, видимо, из Valve решили заняться немножечко CS 1.6 и выпустили обновление, из которого людей, кстати, не запускалось, но, видимо, сейчас это пофиксили. Давно не заходил. И, кстати, у меня что-то, наверное, с... Ух ты, блядь, 1920-1080. Давайте, я не знаю, может... Так, ну ладно, давайте, может... А вдруг у меня будет нормально все? Давайте проверим это, кстати, в CS 1.6. На каком-то сервере давно не играл на таком разрешении. Авангард, Санкт-Петербургская революция. Ну это пиздец, конечно. Ну давайте попробуем, не знаю, на авангард зайти. У меня просто были парочка хороших серверов, но из-за того, что они все сдохли, теперь играть просто негде. Поэтому я не захожу в 1.6. Ну просто не с кем играть. То есть там сервера либо пустые, либо... Либо просто слишком много народу, играть невозможно. Там одни випки, админы, и, ну это просто какая-то фантасмагория. Так, а у нас здесь что? Ой-ой-ой, сразу у нас все нормально. Не знаю, насколько вам будет все слышно. Ёжик, ёжик, фрикс, лайк, ас. Юс, вернее. Не знаю, мне немного мешает, но я думаю, в принципе, это будет терпимо и сносно. Попробуем поиграть. У меня он стабильный 60-70 FPS, в принципе, пойдет. Да, я лох, надо апгрейдить комп, я думаю, я когда-нибудь все-таки этим займусь. Так, мои бинды до сих пор еще работают. Я взял случайно М-ку, но, в принципе, это канон, так что, почему бы и не взять. Берем... Я помню, как закупаться, так что это уже хорошо. Так, дадим смок, вернее, флешку. Ой, как хорошо, как же хорошо возвращаться в CS 1.6, вы не поверите. Как же не хочется возвращаться в... CS2 бывает порой. К этим плохим людям, там, всяким читерам, токсикам. Непонятным забаганным действием. А здесь... Все всегда так хорошо и понятно. Зига, говоришь? Я лично не особо их наблюдаю. Пачку поставил. Бля, чё у меня такая СНСа большая? Ладно, сейчас не до этого. Блять! Вот привык я к этой механике стрельбы. Сдигла! Сдигла! А, они кончились, извиняюсь. Так, это была сейчас заминочка, подождите, у меня проблемы. Короче, вот суть обновления в том... Я, кстати, не рассказал об этом почему-то. Давайте поставим 1.8, наверное. В принципе, думаю, будет нормально. Суть обновления заключается в том, что теперь немножечко по-другому выглядит менюшка оформления. Какой-то, по-моему, режим разрешения убрали. Вроде как, или что-то вроде такого. Вообще у меня патронов нет. Также теперь, как вы видите, здесь вот такие желтенькие буквы. Они стали больше, крупнее. Блять, ну! А чего пропустили-то их? Так, сейчас сделаю потише. Ну, я не знаю, мне, не знаю, слышно ли вам, мне как-то плохо. Блядь, я не хочу на это смотреть. То есть, теперь у нас стали буквы побольше, когда на них наводишь, там, с другой своеобразный звук. Какой-то плеер-лист здесь есть. А, типа, можно смотреть, кто сейчас на сервере находится. Ну, короче, это... Ну, в принципе, обновление-то неплохое, просто забавное какое-то, я не знаю. Типа, ну, с одной стороны, как бы думаешь, зачем оно нужно, ну, то есть... Не совсем это является для меня лично понятным, но... Ой, блядь, что я нахуй сделал? Блядь, подожди, отъебись. А им применить...
Сейчас аудио погромче сделаем, то я ничего не слышу, извиняюсь, конечно. Попробуй, может, закрыть кого-нибудь здесь. Ну что, вот что? А, ну это, конечно, какой-то... А, ну это развальщик сервера, извиняюсь, конечно, у меня против него не было шансов, у него, наверное, еще и випка есть. Но мы не увидим, потому что у него бомба сейчас в данный момент, и трудно понять... О, господи. Вот реально, людям хочется заплатить, чтобы играть вот с этим? С вот этой дебильной неподвижной эмкой из CSGO? Да, что-то как-то я со стыдно показываю, надо что-то продемонстрировать получше. В общем, суть обновления была в том, что он весил, по-моему, мегабайта 3 гигабайта, блядь, сама игра весит мегабайтов 500. Вот бы сейчас хедшотик повесил, да, как Маркелов. Эйс Дигла. Блять, никогда здесь никого не убивал, не знаю, почему не везло. Нахуй идите. Там как-то еще вот сюда, по-моему, стрелять. Не знаю, короче. Ладно, давайте пока что задержим здесь свои. Не понимаю, что происходит. Конечно, мувмент немножко другой здесь, чем CS GO, но... Ну что, вот это всегда, это классика просто, вот как бы ты ни играл, всегда убивает спину. Меня все время керрит. Вернее, не керрит, если бы меня керрили, это было бы здорово, я имею в виду кемперит. Короче, суть обновления, я не знаю вообще, для чего она была нужна, но вот обновили. Хотя, казалось бы, отстаньте от старушки, как бы, ну, люди играют, им нравится, типа, никто ничего не просит, зачем вы... Если бы добавили матчмейкинг в CS 1.6, это было бы, конечно, круто. Но это... Банка много. Здесь инфа пошла. Банка есть еще два. Смотрите, сейчас попробуем ворваться. Какой ворваться? Мне пиздец сразу будет. Но, с другой стороны, а чё жить-то? Благодарю. Банка есть еще. Благодарю. Вот это да, здесь, кстати, весьма уважительные игроки относятся друг к другу. Это... И вот смотрите, да? Обратите внимание, как меня убили. Обратите внимание, нахуй. Именно в спину. То есть я даже не вижу противника, который по мне стреляет. Это происходит всегда. То есть это происходит что в CS 2. Можете посмотреть на канале Моника, опять же, какие-то записи, моменты стримов вот этих, которые... Потому что ему оскучило... Ну и правильно он сделал. Ему поскучило снимать видосы, лучше записывать трансляции. И... Ну, типа, это логичнее. Они сразу выкладываются, их не надо грузить. Они прогружаются лучше. А видосы их там еще называть надо. Ну, короче, это муторно там. Потом вспоминать, что в нем происходило. Это все очень такая стрёмная вещь. Кстати, вот блин, тут еще и возрождение есть. О, господи, на каком ужасном сервере я играю. Как я ненавижу это, а. Может быть, мне повезет с Дигла, как говорится. Не везет мне смерти, повезет любви, а все остальное же не важно, правильно? И вот так, смотрите. И вот так. Все, замечательно. Ой-ой-ой. А! Банков. Свои. Это еще что за придурок? Не, хочу с Диглом. Смысл как бы играть с этой хренью? Блять, мне такое ощущение, что у меня сенсы недостаточно. Блять, иди нахуй. Где противники? Блять, это начинает раздражать.
Вот так получше. Не знаю, никогда не понимал, как можно играть со слишком маленькой сенсой, и вот это вот дрыгать рукой по всему столу. Может, у меня, конечно, стол не такой большой, но... А где противники-то? Лена, закинься. First kill. Чё, блядь? Сука, это что за телепортация? Блядь, тут еще подсадки нету. You pick it, defuse kit, а у меня чего не было, что ли? Давайте, сила дигла. Блять, ну вот в лицо же стрелял! Сука! Невозможно играть, просто пиздец. Вообще интересно, у меня конфиг-то настроены, нет? Ну, в общем, короче, мы посмотрели обновление. Что я вам хочу сказать, рассказать. Все, что я хотел сказать, рассказал. Давайте еще поиграем, может, пару раундов. Для интереса. Хотя я лично не верю, что что-то может произойти, потому что я разучился играть в CS 1.6, но, кстати, их все равно ослепило, так что пофиг. Давайте еще сделаем вот так, наверное, так, это там никто, это свои бегают. Можно сделать вот так и заебашить пару террористов. Конь в пальто, блядь. All date, блядь, 120, синий. Блядь, это свои опять. А где не свои? Мне просто интересно, куда они все деваются? Это свой. Дайте мувики поделать. Есть? Нет, нет, парашют, кстати. А, нет, есть, есть. Том, коней двое. Ну, может, кто-нибудь придет уже? Причем меня, конечно, вырубит первый пулей, но... Вражина. Так, 25 секунд остается. Наконец-то, блядь. Еще один, давай. Так, это вообще непонятно кто. И что это? Мы просто засейвили, серьезно? Ой. Извиняюсь сердечно. Так, ну давайте пока... Давайте, наверное, до последней смерти сыграем. В общем, я показал вам, что я не разучился играть в CS 1.6. Но, в принципе, при должном, опять же, настройки конфига, у меня еще некоторые настройки, по-моему, послетали. При должной настройке можно и... Ой, блядь, что? Ой. Ебать, там Кент хуячит. Сейчас посмотрим. Теперь есть минус Кент. Привет, Барби, привет, Кент. Так, ну здесь свои. Присоединяйся к своим ребятам из контртеррористической организации. Вот это что такое? Вот просто... Крыса, 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 блядь. 4 хп, ну вот это что такое? Ну... Вот здесь... Гоша. А, его убили уже, слава богу. Он подох, то, ну, это бред, человек 4 хп бегает, но, ну, это вообще непростительно, я считаю. Блять, опять крысы какие-то. У меня, кстати, до сих пор работает микрофон на В, так что, походу, конфиг не до конца слетел. Угу. Чуваков зафлешило. Один умер. Интересная ситуация. Трое живых КТшников, один живой террорист. Террорист убивает, что меня возродили. Неожиданное продолжение раунда. Я знаю, где он. Вот здесь он, на нуле был. Он в банке. Ну почему ты убил его? Дай мне-то. Ладно, хорошо, давайте сейчас запушим что-нибудь. Запушим баночку, так сказать, Стёмочку вернем. Блять, я все время ходил на Б, кстати, забавно.
Умирай! Похуй, ладно, он не умирает, насрать. А нож, сука. Блять, ну почти! Ну, короче, в общем, на этом заканчиваем. Видите, я даже зарезать не могу, хотя я снес ему сколько-то хп. В общем, было обновление в CS 1.6. Не знаю, зачем мне его выпустили, но так или иначе. Вот, мне даже дали помощь. Всем пока.